Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Госдума все-таки собирается рассмотреть вопрос о том, чтобы разрешить тратить материнский капитал, в том числе на приобретение автомобиля. По задумке, такой возможностью будут обладать семьи с тремя и более детьми. Машина должна быть новой, отечественной, с количеством мест до 8. В законе также могут прописать обязанность оформлять авто только на мать либо на детей. Продать такое транспортное средство нельзя будет в течение 3 лет. Трасса 101. На «АвтоВАЗе» стартовал пробный выпуск обновленной «Лады Веста». Полноценное производство должно начаться в марте. Месяцем позже автомобили появятся у дилеров. О стоимости новинки информации пока нет. Сейчас на сайте предприятия минимальный ценник седана «Веста» обозначен на уровне 1 миллиона 122 тысяч рублей. «Веста NG» будет отличаться, в частности, другими бамперами и оптикой. В салоне появятся иные: рулевое колесо, центральная консоль, блок управления климатической установкой. Топовые версии получат цифровую приборную панель. Трасса 101. Иранские легковушки неофициально начали поставлять в Россию. За седан «Иран Кхорда Тара» дилеры просят 1 миллион 400 тысяч рублей. Модель оснащена 113-сильным атмосферным бензиновым мотором объемом 1,6 литра и 5-ступенчатой механикой. Также в продаже появился седан «Дена Плюс» со 150-сильным бензиновым турбодвигателем и 6-диапазонным автоматом. Его оценили почти в 1,5 миллиона рублей. О начале официальных поставок авто из Ирана должны сообщить весной. Трасса 101. Китайская компания «Воя» объявила о начале продаж в России премиального 7-местного минивэна «Дрим». Минимальный ценник новинки заявлен на уровне почти 8 миллионов рублей. В салоне установлены раздельные кожаные кресла с функцией подогрева, охлаждения и массажа. Развлекать пассажиров в дороге призваны 3 больших дисплея. В перечне опций есть 3-зонный климат-контроль, автоматическая парковка, система распознавания дорожных знаков, контроль усталости водителя. В движение автомобиль приводится гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового бензинового двигателя и 2 электромоторов. Суммарная мощность почти 400 лошадей. Трасса 101. А в Бурятии решили необычным способом бороться с большим количеством ДТП с участием домашнего скота. В республике рядом с оживленными трассами имеется множество хозяйств, где содержатся коровы и лошади. Часто они, находясь на самовыгуле, выходят на проезжую часть. Один из чиновников предложил красить животных светоотражающей краской. Речь идет о небольших, но заметных издалека метках. Ну а что, это проще, чем надеть на буренку цветовозвращающий жилет. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».